Друзья, всем привет! С вами канал Хаш Лаваш. Вот, к сожалению, не выходило в течение 2 недель видео по причине болезни, простуды и наложившихся проблем. Вот. Но если вы смотрите часто наше видео, мы будем продолжать нормально запиливать. Не беспокойтесь, видео будут выходить интересные, как и сегодняшнее видео. Спонсор сегодняшнего видео – один некий человек, мой хороший друг, зовут его Александр. Чинит и ремонтирует холодильное оборудование, то есть кондиционеры, холодильники, ну и то прочее. Может починить. Ссылки на него будут в описании. Если хотите, ну, что-нибудь у себя отремонтировать, он вам обязательно в этом поможет. Будут проблемы, звоните, Дед Мороз прилетит. Дед Мороз все починит. Вот. Так, дальше поехали. Насчет сегодняшнего видео. Сегодняшнего видео я хотел бы протестировать свой новый телефон от компании Samsung. Samsung — фирма офигительная, Galaxy S6 Edge. Вот, короче, все нормально, все работает, можно. Ну, говорят, супер экран, который выдерживает многое на себе. Мы хотим, наверное, сегодня проверить. Супер AMOLED, Gorilla Glass 4. Короче, наплели всякую херню про этот телефон. Попробуем, что он там, его поцарапать. Ага, что он там не разбивается, не простреливаешь, не тонет. Короче, ну вся такая фигня. Точно этот телефон будем испытывать? Саня, ты что, мне поверил, что ли? Да не горжи в жизни, он, блин, стоит полтинник денег. Вот реально, в руках сейчас полтинник денег. Я его ношу двумя руками, звоню вот так вот. Ну, многие год работают на такой телефон. Ага. Что, сумасшедший, что ли? Есть у нас для сегодняшнего обзора фирма THL. Кто не знает, это фирма Technology Happy Life. Заказывал я его год назад из Китая, с сайта AliExpress. Ссылочку тоже дам под видео, кому интересно. Вот, а так, ну, в принципе, телефон неплохой. Был. Все работает, раньше. Да. Вообще супер телефон был. Первые пару дней. Первый год. Год он у меня прожил почти исправно, потом начались проблемы. Ну, проблемы после того, как окунули его в шампанское. И понеслась у него жизнь под откос. Отказала камера, отказал динамик. Что себе обрезать? Мы сделали ему обрезание. Обрезание камеры. Вот. Еще, ну, короче, телефон пока еще живет. Мы сегодня его протестируем. А протестируем, значит... Сколько у него осталось жизни? Да, жизнь ему осталась, видимо, недолго. Мы ему немного сделаем операций. Короче, оставайтесь с нами. Поехали.